В день акции в Брестской городской поликлинике номер 1 ажиотаж. Проверить свое здоровье пришло много людей, не только прикрепленных к учреждению по месту прописки. Узнав о проводимой акции «Предупреди болезни, выбери жизнь», они приехали из разных точек города и района. Каждый врач за смену осмотрел по несколько десятков человек. Особенно оживленно было у кабинета онколога-мамолога. Очереди появлялись и к эндокринологу, гинекологу и урологу. Если брать проблему рака предстательной железы, то сейчас у нас очень напряженная обстановка вообще по республике, по Брестской области. Очень много выявляется рака. Но благодаря программе скрининга рака предстательной железы сейчас у нас в основном это находится на ранних стадиях. Всем мужчинам после 50 лет, конечно, рекомендуется посещать врача-уролога один раз в 2 года обязательно. Сдавать кровь на ПЦА и проходить какой-то физикальный или инструментальный осмотр. В Беларуси рак занимает 2-е место среди причин смертности. Бороться с такими показателями помогает ранняя диагностика. При правильной профилактике развития многих болезней можно предотвратить, а выявленных на ранних стадиях излечить. Это основная цель масштабного профилактического проекта «Предупреди болезнь, выбери жизнь», который охватил предприятие организации медучреждения Бреста и региона. На базе 1-й городской поликлиники акция состоялась в первый и далеко не в последний раз. Наши сотрудники постоянно участвуют в акции города, выходят на предприятия, в организации. И, скажем так, это не новая работа для нас. Единственное, что мы решили вот на данный момент провести у себя эту акцию. Раннее выявление заболевания, опять же, предупреждение болезни – это самое основное, поскольку на ранней стадии просто совсем другие протоколы лечения заболевания. И, естественно, возможность излечения есть, вот, не так, как на поздних стадиях заболевания. Поэтому мы должны об этом говорить, рассказывать людям. В рамках государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы и задача инициативы «Цели устойчивого развития» профилактический проект «Предотврати болезнь, выбери жизнь» будет продолжаться в городе и регионах области с аналогичной активностью.